Новое реанимационное оборудование поставили в родильном отделении Химкинской областной больницы. Современная техника позволит выхаживать младенцев, которые появились на свет раньше положенного срока. В нашу палату интенсивной терапии поступило новое лечебное оборудование, которое позволяет нам выхаживать наших маленьких пациентов. К этому оборудованию относятся неонатальные кювезы, открытые реанимационные системы, аппараты искусственной вентиляции легких и линиоматы. Это оборудование помогает спасать жизни маленьких пациентов, создавая оптимальные условия для детей, родившихся раньше срока. Реанимационная техника позволяет выхаживать младенцев весом от 500 граммов. Выбрала именно в Химках, потому что здесь очень хорошее оборудование для новорожденных. Если вдруг что-то случится, здесь очень быстро и оперативно помогут. Родильное отделение в Химкинской областной больнице работает уже 47 лет, и больше половины жителей городского округа появились на свет именно в этих стенах.